про сущности поговорим. Что это вообще за хрень? Я в свое время, это 94-й год, я был с 6 по 7 класс, после 6-го, попал в Рерих на Рериховский фестиваль, Рериховский, на Урале проводился в Челябинской области. И мне там попался мужичок один. Он мне так понравился из всех вот там этих шизотериков, да, которые там присутствовали. Мне он очень понравился, он рассказывал про сущности. И я прям почувствовал, что во мне как будто кто-то сидит. Выступали на сцене люди. Я там тоже везде присутствовал, там недели две был вот этот фестиваль. И, короче, я увидел, что этот мужик, у нас палаточный городок был, да, увидел, что этот мужик идет, прям мама попросила, чтобы она его позвала, ну, чтобы посмотреть меня, как говорится, да. И самое, что интересное, что происходило, когда мы жили вот в палатке, да, и каждую ночь, ну, какая-то хрень мне снилась, необычная такая хрень, что меня кто-то не дает мне встать правильно, как говорится, да, неважно как. И вот этот мужичок подошел, сели там, бревно какое-то было, сели на бревно, и он со мной провел, блин, почти весь день, с утра до вечера. Ну, с утра до, весь, до дня, да, больше, до, чем до обеда. Он у меня выгонял сущностей, то есть он выявлял их. Мы выявили три сущности. Это все были мертвяки. То есть это подселенцы, которые когда-то где-то сдохли, да, и мы выявили, допустим, даже каким образом они сдохли. То есть одного там машина раздавила, там еще что-то. И самое, что интересное, это все долго происходило. Получается, с утра, до часов 7 с 8, да, и больше, чем дальше до обеда, да. И мы убрали трех сущностей. Ой, двух из трех. Третью не смогли убрать, он не уходил. Так что так вот. Ну, мужик, видать, он шарил, но шарил не так сильно, что не смог убрать всех. И самое, что интересное, что произошло. Я через какое-то время, через пару-тройку часов, меня накрыло счастье. Прям четкое ощущение счастья неимоверного, да, радость такая, что я не мог удержать радость, я все время тут на грани вот этого, знаешь, гомеричного, или как он говорит, смех вот этот, да, смех от радости вот этой, что-то тебе там, что-то такое вот. И все это наблюдали, мама не реагировала вообще никак, а наблюдали как раз таки эти, мои братья и сестры. Это была сестра моего возраста, двоюродная, брат мой помладше и сестра, которая младше меня. А мама как-то, мне кажется, не реагировала как будто на это. Как будто вот, по идее, надо было вот это развивать, еще что-то. Но в чем дело? У меня как будто открылся портал. Портал к знаниям. Я знал абсолютно все. Я знал то, что я знать не должен был. Ну, по жизни, да? Вот убрав вот этих трех... Двух сущностей из трех, да, мне открылся видение какое-то. И это продолжалось всего лишь где-то три дня, потому что мы приехали, это как раз был последний день на фестивале, там, мы уехали домой, и это закончилось, когда я пошел в школу. То есть я просто рассказываю, что эта хрень существует. И вот эту вот хрень, которую распознали еще больше там 20 лет назад, да, у меня, эту хрень я, почти 30 лет, эту хрень я вытащил недавно, но удалил я их, это все, кстати, после грибов, то есть грибы открыли мне, как говорится, много чего, блин, до хрена, и у меня появилась способность у себя, по крайней мере, вот эти сущности, да,
не то что выявлять, я их просто вызываю, всю эту хрень, и даю им пять секунд, чтобы, как говорится, съебаться. Они съебываются без вопросов. То есть они даже не спорят и не сопротивляются, они просто съебываются. Когда я их вызываю, я говорю, кто такой, что тебе надо? Они отмазываются, что там помощник, еще какая-то херня, да? Но я самое интересное, что я знаю, потому что со мной тогда человек занимался, я знаю, как их распознать, я их вижу, практически вижу. И как вот я вижу, видел, например, вижу ум, да, например. И я им просто, он там подмазывается, типа, помощник какой-то, блядь. Какой нахуй помощник, блядь. Я им даю просто съебаться. Я их не ликвидирую. Кстати, я знаю, как ликвидировать, блядь. Я просто им даю съебаться, и они не сопротивляются. То есть они сразу съебываются. И потом, когда ты начинаешь повторно повторять, не повторять, а проверять насутствие, присутствие тех или иных хреновин, их или нету, или они вылазят, потому что ты, допустим, некорректно вызывал их. То есть вызывал что-то определенное, да? А что-то другое, допустим, ты не знал, как вызвать. И потом я это перепроверял уже по-другому, да, сформулировав. И появлялась опять какая-то херня. И вот таким вот образом я убрал за пару дней всю вот эту херню, которая сидела внутри. Их до хера, на самом деле. Но у меня было их немного. Может быть, еще то, что под мухомором, как говорится, там что-то подчистилось. А у людей их вообще там, как люди описывают, что там легионы могут быть. Легионы. Вот то, что легион описывается, да, легион демонов, говна всякого, да, червей, вот там легионы, вот. И плюс я еще, когда начал заниматься с мухомором, да, это всего лишь месяц, я сразу начал принимать полынь 3 раза в день. И через неделю, через две ты понимаешь, что там все выходит. Потому что стул у тебя по-другому. И это у всех. Или кто, допустим, производит какие-то чистки, да, паразитические, то там, может быть, да, кто-то более-менее как-то где-то почистился. Вот. Но тут главное их не оставлять. Надо все убирать. Потому что это тоже сущности, они тоже сосут ваш говах. Сосут вас. Или у вас сосут. Вот. Демонов и что-то такого я не замечал. Хотя нет, какая-то такая, что-то такое серьезное, какая-то херня была, потому что я их вызывал оптом. И он ушел без вариантов, да. Я не рассматривал, кто это. Я просто сказал, как говорится, выходите. И вызвал главного. И, то есть, я ему дал 5 секунд. Забирай всех своих. Все, кто вокруг, кого ты там видишь. Он съебался, сразу же ушел. Как бы вы ни считали вот это долбоебизмом, как бы вы ни считали это сумасшествием, если вы это так считаете, вы долбоебы. Потому что ты, долбоеб, считаешь, что вокруг тебя нету нихуя. И ты, блядь, венец, сука, творения. Ты не венец творения. Ты кусок говна, на самом деле, которым пользуются все, кому не лень.